Ну что, а мы, как обычно, не могли не сделать следующего, а именно разыграть открытку среди наших подписчиков. И поэтому, чтобы получить эту открытку, вам нужно всего-навсего оставить комментарии под видео. Ну, естественно, дальше уже опционально лайкнуть это видео, поделиться с друзьями и так далее. Но в любом случае, комментируйте и получите открытку. Мы стоим в очереди, я вам скажу, что эта очередь просто смех по сравнению с очередью в Willis Tower. Один з лайфхаків – купуйте квитки заздалегідь, тобто онлайн. Всі квитки можна завжди купити онлайн і зекономити там 2 долари. Да, я согласен. Всегда так, здесь можно купить онлайн билеты. И если есть такая возможность, лучше воспользуйтесь ей. А вот, кстати, там парень прикольный с цилиндром. Оно, оно, дивись. Не бачиш, ні? Оно. Я не успел заснять просто. Такой выстрел был из пушки. Я думал, что-то рвануло. Квиточки для адалт. Офигеть! Вы это слышали? Ё-моё! Это пираты. Короче, мы купили билеты. Один билет для взрослого стоит 40 долларов. 20 для двоих 40. А если на сайте купуешь, то 18. Да. А для детей до 5 лет бесплатно. Блин, ну это пушка, капец. Итак, мы поднимаемся на военный корабль, который раньше плавал, воевал. Наверное, воевал, я не знаю. Воевал. Аня говорит, воевал. Там даже стояла мемориальная доска возле этого корабля, где были имена людей, которые погибли или уже, наверное, своей смертью умерли, я даже не знаю. И памятник кому-то был. Но мы уже не стали снимать. Ух ты, смотрите. Нас вітають на кораблі. Так. Я вперше в житті йду на корабль. Розговорчик і рядовий. Смотри, колокол. Хто? Хто? Колокол. Його можна бити. Даня? Дивися, колокол. Колокольчик. Клас. Ходімо. Так, вход. Ой. Вау. Де скалявки? При вході в музеї багатьох і не тільки в парках стоять антисептики. Даня? Все, розтирай. Молодець, пошли. Зрали. Тут душно. Тут ще видають свої аудіочувства. На яких мовах тоді ми глянемо? Російської немає. Можна германську послухати, китайською. Коротше, нашими мовами немає. Ну це не страшно, ми так подивимося. Да. Давай почнемо так і піде. Давай? Да. Пошли. Реально здесь очень душно. Корабль просто поражает. Я представляю, сколько здесь было экипажа, народу. Тут, наверное, тут вообще, да, тут хоть брейкданс танцуй или футбол играй. Очень много. Just as it was when she was a captive duty ship for the American fleet, the USS И ничего не произошло. Мы сейчас попытаемся выбраться наверх туда, на палубу, потому что там стоят вертолеты, самолеты. И, ну, вообще просто походим, посмотрим каюты даже. Потом пятнище заберем фотографию, добре? Да. Вау, вот это все бывшие боевые самолеты. А вот впереди сейчас покажу очень большой, реально он такой дутый. А, да, кабины же могли катапультироваться, поэтому они отдельно. Сейчас кидаем, Данечка. Посмотрите на этот самолет. Он просто гигантский, не знаю. И у него крылья складываются, как у моего дрона. Слухай, тут можно даже в кабине полетать, Жаня, ну дивися. Вау. Имитация тоже. Да.
Молодцы. Куда мы идем? Симуляторы. Симуляторы есть. Коштует $12 за двух. Вот это классно, сейчас полетим. Вау. Ты готов? Да, да, да. Here we go, we're about ready to catapult it off the ship, ready? Okay. Короче, оно нас шатает так в стороны. Но круто. Короче, здорово. Сейчас выйдем отсюда и пойдем еще куда-нибудь. Дане понравилось. Как вам? Класс? Мене зараз поди потримає, тобі що там мені так близько. Даня, ну, там десь... ракета. Ракета, да, десь собі ракета. І зверху чувак. Ой, кож зверху не взяв. Да, да, не стичу. Короче, стрьомно дивитися. Да. Самолёти бігти будем? Так, мы сейчас пойдем, поднимемся наверх и увидим вот этот взлет на посадочную полосу. А пахнет краской, кстати. Ну, бо крашеные ступеньки. Все урок мало пробовала. А, смотри, провизия. Это да. Капсулы на всякий случай с совсем необходимым. И лодка. А это, кстати, очень классно продумано, что, например, если корабль подобьют, он пойдет ко дну, эти капсулы с провизией повсплывают, и люди, которые выжили, они смогут как-то, ну, помочь себе. Это здорово. Пошли, Даня. Мама, это Саня! Самолеты. Полетали на самолете? Вау. Обалдеть. Пойдем на самолете поиграть. Пойдем летать. Depending on what's going on with the ship, whether you have an airplane problem, you can go 6, 7, 8 times to get aboard. It really came down to it. Yeah, you have to land it. So we're going to keep fueling you and maybe send you out, let you go to orbit for 20 minutes. А тут по два пассажира. Ага, да, по два пилота. Два пилота, там, два пассажира. Кстати, там мужик, он рассказывает про то, как вот сажают самолеты на вот эти Боинги. Он говорит, что иногда, говорит, все зависит, ну, понятное дело, там, от ситуации на корабле, от погоды. И он говорит, иногда самолет делает около 7-8 кругов перед тем, как зайти на посадку, чтобы убедиться, вот, что он 100% вот нормально сядет. Вот так. О. А чего у него? Открыли? Iekšā nevar sēdēt. Šitā nevar iekšā. Tu raskrīvi jau. Lāšies? Tā nevar. A tu toži taki, tu kļovi taki, visā kabīna pomnīstu vēl. Aha. Ej, mātis, tu lūdzu saka, ka... Jā, samalēt. A tu sēdēt, mās, mīšīšiem, parašutīsti. Здесь парашютисты? Ну, стреляет... А, вот... Типа ця, скоро. Тоже. Да. Можно и так сказать. Вот там, наверное, капитан корабля где-то сидит. Боже, здесь столько всего интересного на этом корабле, я не знаю. Вертолеты, самолеты. В общем, обязательно. Если будете в Сан-Диего,
рекомендуем. Да. Сходите сюда, в этот музей. Зоопарк вчерашний, мы вообще там, конечно, 8 часов потратили. Целый рабочий день отгуляли в зоопарке. А здесь, ну, не знаю, здорово. Часа 2-3 выстачить. Да, 2-3 хватит. До 3 годы. Надеюсь, мы еще сегодня успеем все остальное посмотреть и сходить в Sea World. Честно, так жарко, что хочется просто с разбегу прыгнуть в океан. О, а вот здесь, да, можно подняться. Можно залазить. Пойдем. Скажу, мне здесь низко, ну, в упор стою. Мне нормально. Столько приборов. Еще непонятно, что за что отвечают. Я думаю, він був колись обшитий, я просто зняла повністю обшивку, щоб бачити, де що знаходиться, які провода. Подивись на свого сина. Все, польоти готов? Да. Готов. Я с тобой. Папа, когда папа поет? Готов. Полетели? Да, полетели. Мы на хвостах, да? Да, мы сейчас на корме. И... Ну, здорово. Я скажу, что корабль реально очень большой. Мне кажется, на таком даже не чувствуется, когда он по волнам идет, он эти волны просто с собой разбивает, и, ну, в общем, нет вот этого вот сильной качки, да. Так что здорово, для тех, у кого плохо с этим, вам надо на таких кораблях плавать. Пойдем через заднюю часть. Мать все не вставляется. Вставляешь? Да, и то я где-то на все. Класс, ты как в фильме Рэмбо. Да, на всех стреляет. Вау, классно, да. Один стреляет, а второй рулит. Да, рулит процессом. Но пулеметы такие. Ну и там еще целая куча всяких боеприпасов. И мы идем на капитанский мостик. На аренду. А, да, это уже вниз. Это каюта капитана. Ух ты. Апартаменты люкс. Апартаменты, сука, тут закрыто. Кровать, он туалет, у него даже телевизор. Це його офіс. Офіс? Неплохой такой, небольшой. Для 40-х. Тут збиралась на кухню. О, кук! Кухня? Смотри, он еще до сих пор здесь. Еще до сих пор тут бифштег с картоплею. Ну вот я бы его не стал пробовать. А варенье, мабуть, нормально. Я думаю, можливо, вони інколи туди готують, бо приправи теперішні. Ну да, ну это просто обставили по сьогоднішньому. Да. Так. Треба. Тут
Азбуку Морзе сюда перевела. Радист. Она тут. Тут? Мы идем. Вау. О, це круто. Вау. Я ніколи не бачила, тільки по кінах бачила. Обалдеть. На старом комп'ютері? Звони, да, тут капітан стоїть. Тут обалдеть, чуєш, тут видивлялася, де. Вот звідки стріляли вже. Да. Это тактический номер. Нажимаю кнопку, раз, два, пуск, пошел. Ручки. Ручки не крутятся. Кнопочки нажимаются. Класс. Выстрел. Я опять тут дежурный. Подивись, кабеля проходили поверху. Да. И не закрыть, что можно было их еще поменять. Жалко, туда нельзя. Да, я там думаю, кабина. Я вообще себя чувствую, как в игре в шутере. Тут радист. Обідали вони 16.33 до 19.33. Ага. Це серверна. Ну, сколько это серверна, а? Ні, отсюда сообщения приходили, это принтеры. Принтеры, ну... Здесь просто отсюда приходила вся информация на вот эти принтеры. Печаталась там секретная информация, обычные там, в общем, ежедневные отчеты и так далее. Короче, серверна. Вау. Скажу, очень интересно, учитывая, что я первый раз в жизни на военном корабле, я хожу прямо здесь так вот. А тут, может, звонилось? Это пневмопочта, я думаю. Ну, похоже на пневмопочту, но это не пневмопочта, оно идет. Почему? Ну, вот написано, звонит, 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 типа, в другую кабину. Вызывают. А, ну, может. А, вот сервер. Телефонистки. Вау. Телефон. Такой напичкан техникой, даже на 3 часы. Да, конечно, слушай. О, эти можно. Видишь, кабеля переключать. Да. Они не переключаются. А все же, здесь, а тут тоже сервер будет. Вот такие все. Тут? Аня. Итак. Мы уже близки к выходу. Длиннющие коридоры. Вот, а это все капитаны этого корабля. Они с 45-го по 92-й рік. Значит, 92-го року он плавал. О, ванны? А это каюта тоже капитана какого-то. Это может помощника капитана или капитана? Семья его, там, сюда ванна, с туалетом, душ. Без ванны тут не было. Это гальюн, Аня. Иди сюда, пилон. Когда я просто вспомнил особенности национальной охоты или рыбалки. On the USS Midway, the buck stops right here with me. At the end of the day, I'm responsible to the admiral and ultimately our commander in chief for everything that takes place on this ship under some of the most challenging conditions you can imagine. It's a job that allows precious little sleep. In fact, sometimes I catch a few winks up in the island when we're at sea. Being captain really comes down to motivating each of my sailors to do their jobs to the very best of their abilities. From engineering to communications, I have to mold thousands of individuals in the middle of the ocean into a single functioning team. I have to inspire them every day to rise above personal issues, like being away from their families for months at a time. If just one Midway sailor fails, we all fail.
I can guarantee you, that can turn a few hairs gray. This is the officer of the deck. The Boilers are back online and playoffs is a go. Thanks, Art. I'll be right up. Being captain of the USS Midway is a brutal job, but it's also the best job of my career. Вау, я скажу, это был просто офигеннейший поход внутри этого корабля. Yes. Видел, ты там видел. You shiny? Say hi. Can you mop floors? Me? Polish brass? Yes. Okay, good. We're going to teach you to do it the Navy way, okay? Okay. Фух, идем наверх. Нам только что рассказали, что мы там увидим. Там будет какое-то кресло с надписью «Босс». Мы его можем открыть? Да. Подожди, дай. Почекай, папа, дальше. Посмотрим сейчас. Так, тут голову. Аккуратно. Вау. В общем, здесь это... Главное место капитана, управление полетами. Короче, и кораблем. Так что, в общем, самое-самое. Давай мне руку дай. Не-не-не, подожди. Не тримайся. Это, кстати, какой-то видеооператор. That way. Okay. Okay, folks. Welcome to PryFly, or Primary Flight Control. It, in essence, is a control tower for our runway. It's run by a Navy commander. Past commanding officer of a flight squadron. She controls 5 miles out, 2,500 feet up, all the activity on the flight deck and in the hangar. Big job. She's known as the air boss or the boss. She's assisted by another Navy commander, past commanding officer of a flight squadron. He's in training to take her job. He's known as the mini boss. Okay, this blackboard will come around, pin in place, and a plotter will stand behind it and log the names of the air crews in today's flight plan. In fact, the names on this board were actual Midway crew members. Unfortunately, we lost them in combat, the casualties, or prisoner of war status. Now let's say today's flight plan, we're going to have 5 different types of aircraft in it. So we would have a technical manual, they call them NATOS manuals, for each type in those little desktops right there. And we'd have an officer out of each of their squadrons up here. So if the air boss shouted out, A7. A7! Yeah, so the A7 squadron officer would pull his NATOS manual and they would start exchanging information. So they can bring that pilot back as safe as possible. 30 knots wind straight down this deck, because that's what we need to launch and recover aircraft. Right, air boss? Right? Right. Yeah, good answer. On the port side, this chair is sacred territory. The captain's chair. And only the captain sits there. Now look at the face of our captain. Years, if she's about to slap me, you protect me here, okay? Okay, yeah. Years of experience as a naval aviator, because that's who become skipper carriers. She can sit in this loftier perch, watch air operations, watch contact picture on the ocean, and watch her watch. Her watch team consists of officer deck, junior officer deck. Ну что, я надеюсь, вам это видео очень понравилось, потому что мне лично безумно понравилось ходить по этому кораблю. И сейчас, в общем-то, опять, как, наверное, с зоопарком, я вам скажу, что спасибо, что вы смотрели это видео. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, делиться с друзьями. И, в общем, делать все вот эти вот вещи. И увидимся с вами в следующем видео. А следующее видео будет, это наши дальнейшие прогулки по Сан-Диего. Да. Так что, да, все, в этом видео все, пока. Пока! We'll be right back.